Каждому из нас приходится посещать аптеки. Мы приходим, чтобы приобрести не только лекарства, но и косметику, средства для ухода, товары для здорового образа жизни. Самостоятельно сориентироваться в многообразии предлагаемой продукции непросто. Разобраться во всем и справиться с первыми симптомами простуды, головной или зубной болью, высокой температурой и прочими атаками на организм помогают фармацевты, провизоры, рецептары, крупнейшей государственной аптечной сети республиканского унитарного предприятия «Фармация». Специалисты готовы дать грамотную консультацию по вопросам рационального применения лекарственных средств, хранения их в домашних условиях, мерах профилактики заболеваний и здоровом образе жизни. Ответят на все интересующие вопросы по обращению электронного рецепта и практическом применении пластиковых карт для медицинского обслуживания. Посетителям мы готовы предоставить большой выбор профилактических средств, косметики и другой продукции аптечного ассортимента, способствующей сохранению и укреплению здоровья. Ведь это так здорово, когда все здоровы. За стеклами аптечных витрин большой запас самых разных препаратов, таблетки, капсулы, растворимые порошки, сиропы, пастилы. В аптечной сети «Фармация» запасов лекарственных средств более чем достаточно. Широкий ассортимент и для взрослых, и для самых маленьких жителей отечественного и импортного производства. На любой вкус и кошелек. Аптекари применяют новейшие информационные технологии. Внедрено обращение электронного рецепта. Словом, выполняется весь спектр фармацевтических работ и услуг. Аптечное изготовление лекарственных средств по индивидуальным назначениям врачей. Обеспечение запаса лекарственных средств, медицинских изделий для лечения и профилактики сезонных заболеваний. Предоставление населению на безвозмездной основе информации о лекарственных средствах и других товаров аптечного ассортимента. Отдельным категориям граждан предоставляются скидки. Обращаясь к фармацевту, мы надеемся, что вскоре болезнь отступит, и со временем недуг действительно исчезает, потому что каждого пациента республиканского унитарного предприятия «Фармация» специалисты стараются обеспечить необходимыми медикаментами в правильной дозе и подходящей форме выпуска. В Бресте сегодня работает 42 государственные аптеки. В 5 из них занимаются изготовлением лекарственных средств в разных лекарственных формах по индивидуальным назначениям врачей. Наиболее востребованы дерматологические лекарственные средства и лекарственные формы для детей. Побывав в 3-й аптеке, можно не только пополнить домашнюю аптечку необходимыми микстурами, но и совершить в буквальном смысле путешествие в прошлое. В исторически точном месте работает бесплатный музей. Его без сомнения можно назвать визитной карточкой сети. Экспозиция предлагает взглянуть за занавес времени. Штангласы, формы для выливания свечей, дозаторы для порошков, пилюльные машины, старинные весы, на которых аптекари взвешивали ингредиенты, лабораторная посуда, сингатуры. Посетители могут познакомиться с коллекциями аптечного оборудования былых лет. В нашу историческую комнату может попасть каждый. Но об этом надо хотя бы поставить в известность наших сотрудников. Потому что комната закрыта, она имеет очень ценные экспонаты. И просто на них посмотреть не доставляет столько удовольствие, когда о них рассказывает специалист. Безусловно, эта экскурсия бесплатная. За многолетнюю работу аптеки Брестского республиканского унитарного предприятия «Фармация» прочно завоевали авторитет у жителей региона. О высоком профессионализме специалистов говорят многочисленные благодарственные отзывы посетителей. Опираясь на опыт предыдущих поколений, фармацевты идут в ногу со временем, используя передовые технологии и лучшие материалы. Немаловажен и человеческий фактор. Здесь работают профессионалы высокого класса с большими способностями и таким же большим сердцем.